Дорогие друзья, защитники Родины, вы находитесь вдали от своего дома, от родных, но Новый год объединяет всех нас. В эти непростые дни каждый из вас, безо всякого лишнего пафоса, герой Отечества. Мы гордимся вами и очень признательны за вашу несокрушимость и несгибаемый дух. Для каждого из нас самое главное, чтобы семья была в порядке. А для вас, тех, кто в эти дни отдает долг Родине, тем более. И сегодня, представляя интересы Нижнедонского округа, обещаю помогать вашим семьям в решении любых житейских вопросов, оказать любую помощь. Желаю вам здоровья, стойкости во всех испытаниях и скорейшей победы. Полную чашу благодати вам и вашим семьям в новом году. Ребят, всех, кто участник у нас СВО, поздравляю с новым наступающим годом. Здоровья, жизни, победы. Скорее, дети ждут вас дома, домой. Возвращайтесь целыми, здоровыми, невредимыми. Все вас ждем. В новом году я хочу пожелать всем, кто защищает Россию, чтобы все было у них хорошо, чтобы они все вернулись домой. Ну, а россиянам и всей России удачи, здоровья, счастья в новом году. Хотелось бы прежде всего пожелать мирного неба, чтобы закончилась вся эта операция, естественно, победой, уничтожением всех этих нацистов. Ну и чтобы они все вернулись домой, своим семьям, своим детям, своим родителям.